Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность 20 подпольных оружейников в 9 регионах страны, в том числе в Республике Крым. Центр общественных связей ФСБ России показал видео спецоперации. Все, работаем! Работаем! Понеслась! Государственные номера на задержанном автомобиле соответствуют Воронежской области. Кроме того, были задержаны жители Красноярского края, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Свердловской и Томской областей. Все злоумышленники переделывали гражданское оружие в боевое в подпольных мастерских с целью сбыта. Из незаконного оборота изъято 83 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки и карабины, револьверы и гранаты, патроны различного калибра, приспособления для бесшумной стрельбы и штык-ножи. Пресечена деятельность 6 подпольных мастерских.